Привет, меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент компании Мультифинанс. Спешу поделиться с тобой, что в 2014-2015 году, в июле, летом, мы делаем проект с компанией Уралсиб «Страхование по стоматологии». В чем его смысл? Смысл в том, что вы покупаете страховку у компании Уралсиб за 5850 рублей, что-то такое, какая-то цена, и в течение года страховая компания Уралсиб по определенным стоматологическим клиникам платит вам за лечение. То есть это супер-мега-ультра невероятное предложение, потому что 6000 рублей на сегодняшний день это очень-очень мало. И тут сразу возникает вопрос, где подвох, да? То есть за счет чего такая низкая цена? Низкая цена достигается за счет того, что страховать будут не одного человека, а целую большую группу людей. И для компании Уралсиб это выгодно, потому что происходит такой оптовый клиент фактически приходит. На сегодняшний момент у нас уже около 50 человек на эту программу собирается. И так это уже происходит в течение последних 5 лет. Ну, там постоянно увеличивается. Начинали, по-моему, мы что-то 25 или 30 человек. И так постоянно увеличивается. И это как раз-таки говорит о том, что программа очень хорошая. Клиники лечат качественно. И те клиенты, которые эту программу покупают, они довольны. Понятно, что, конечно же, в это страхование не будет входить там протезирование, либо какие-то сложные дорогие случаи, это очевидно, да, но самые простые, самые такие часто встречающие проблемы с зубами, они, естественно, там будут решены. Но, опять же, для того, чтобы понять, что именно входит в эту программу, вам нужно написать нам или оставить свои контакты, мы с вами созвонимся, мои коллеги вам позвонят и проконсультируют, что именно входит в эту программу и какие именно риски будут застрахованы. Но, опять же, то, что мы работаем по этому проекту уже 5 лет, и каждый год одни и те же люди у нас страхуются, это как раз-таки очень хорошее доказательство, социальное доказательство, что все там в порядке, никакого подвоха нет и так далее. Я был, конечно, искренне удивлен в том, что стоимость в этом году почему-то около 6 тысяч рублей, хотя в прошлые годы даже было доходило иногда до 8 тысяч рублей. Поэтому то есть цена не выросла на сегодняшний день из-за того, что там везде цены растут. Это очень-очень хорошее предложение, и им, естественно, нужно пользоваться. Не знаю, воспользуюсь ли я этим предложением, потому что я то в Петербурге, то на Самуи, но, может быть, даже сам воспользуюсь, потому что у нас разговор в Таиланде, разговор просто там начинается как раз-таки с таких денег и даже больше, да, с врачом по стоматологии. Поэтому действительно очень-очень хорошее предложение. Окей, в общем, как узнать и как его заключить? Вам нужно рядом с этим видео найти форму, в которой записаться на консультацию. То есть вам нужно будет одному из финансовых экспертов компании Мультифинанс написать, созвониться, он расскажет, как все нужно сделать, какие документы прислать. И все. В общем, по-моему, в конце месяца этот проект завершается. Подписываются необходимые документы, и уже, наверное, в августе можно спокойно идти к доктору и лечить свои зубки или зубы. Меня зовут Кирилл Рыбасов. Всем удачи, счастливо, пока-пока.